Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 74-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке, как вы уже поняли, я хочу вам показать вот такой симпатичный виджет мерцающих букв. Или я не знаю, как по-другому их еще можно назвать. Такие цветные танцующие буквы. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как этот виджет работает. Данный виджет называется Disco Lights. Мы его перебрасываем на холст, и у него здесь интуитивно понятные настройки, да? Первое поле, давайте рассмотрим, вписываем тот текст, который вы хотите, чтобы у вас он мерцал. Так, вписали текст, дальше текст color, то есть это будет основной цвет, вот это верхний цвет нашего текста. Белый, кликаем по цвету и можем выбрать любой цвет, какой вам нужен. Я возьму какой-нибудь такой темно-синий. Дальше, смотрите, у нас есть 11 цветов. Это все цвета, которые у нас как бы имеют анимацию и произвольно, там по каким-то своим алгоритмам, они вылазят по краям и мигают разными цветами. То есть все вот эти цвета, они все мигают. То есть если вам нужно какие-то точные оттенки настроить, то вам придется вот этот color 1, color 2 и так далее. То есть каждый цвет придется кликать и выбирать какой-то другой оттенок. Думаю, здесь понятно. Дальше у нас текст не влазит. Мы растягиваем за ползунки наш виджет. Что можно сделать еще? Выбираем, выделяем наш виджет, кликаем инструмент текст. И вы можете назначить любой шрифт вашему тексту. Также размер букв вы можете здесь уменьшить или увеличить. Давайте посмотрим, как выглядит все у нас в браузере. И у нас вот так вот симпатично меняются разные цвета. Соответственно, анимацию, поворот и так далее, это здесь ничем не управляется. То есть нельзя этим управлять. Здесь только вот как есть. То есть если где-то это вам может пригодиться, то, пожалуйста, используйте данный виджет. Этот самый виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылка будет под этим видео. На этом я заканчиваю данный видеоурок. И увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!